На этой неделе президент страны Владимир Владимирович Путин принял решение о завершении режима всеобщих нерабочих дней. Но ситуация в Чувашии с коронавирусной инфекцией остается сложной и напряженной. Количество заболевающих растет с каждым днем. Поэтому мы в республике разворачиваем новый коечный фонд. Поэтому на этой неделе посетил Федеральный центр травматологии, на котором как раз были развернуты очередные койки для борьбы с коронавирусной инфекцией. Конечно же, созданы отличные условия. Но нам бы хотелось, чтобы этот центр скорее вернулся для работы по основному профилю. Очевидно, что новая коронавирусная инфекция пришла надолго, и скорее нам уже не просто надо научиться жить в этих условиях, но и развиваться согласно наших планов. Для нас является очень важным развитие инвестиций и инвестиционных проектов. Посетил новый строящийся завод объемного блочного домостроения. Будет создан совершенно новый современный завод. На производстве будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места. А сама продукция этого завода будет востребована не только строителями Чувашии, но и строителями других регионов в радиусе примерно 400 километров. На этой неделе начал подводить первые итоги работы 100 дней в должности исполняющего обязанности главы Чувашии. Дал интервью агентству «Интерфакс» в режиме ВКС. Поговорили о принятых мерах социальной поддержки населения и ряда инициатив по стратегическому развитию региона. На следующей неделе планируется большая пресс-конференция теперь уже для средств массовой информации Чувашии, в ходе которого поговорим обстоятельно о всех принятых решениях и о многих других аспектах развития республики.